Всем привет! После того, как наш вчерашний опыт, вернее, уже сегодняшний опыт не удался, мы решили загладить нашу вину с папой и сделать сюрприз очередной Альме, да, малыш? Да. И сегодня у нас для Альмы два специальных набора. Набор тачки. Набор Дисней принцессы. Давайте посмотрим поближе. Тут вот печеньки, бутылочка какая-то. В подарок еще идет Дисней принцесса. Вот тут вот раскрасочка. Свитбокс. А здесь у нас тачки. Маккуин. Вот наклейки, игрушечки, брелочки. Та-та-та-та-та. Раскрасочки. Давайте открывать. С чего ты хочешь начать, мама? Вот это. Машины? Ну давай. У нас внутри вот такая вот кукурузка. Что там еще, малыш? Вот такая вот конфетка. Еще одна такая же конфетка. Уже их две. Три. Ой, коптики. Коптики. Чупа-чуп с мэтром. Круто. И что у нас там еще? Ой, какая большая бутылочка с водичкой. А это что у нас? Это у нас капсула. Вот такая вот водичка. Вау. Батончик мюсли. Какая-то бумажка. Давайте посмотрим. Вот такая вот раскраска Маккуин. Вот Альма дает нам печеньки. Вау! Наклейка какая клевая. И еще. Вот такой вот листочек с расписанием. Сюда можно писать по дням недели свое расписание. Здорово. А сюда, видимо, надо наклеивать наклейки, которые соберутся. Вот. Они здесь еще такая, вот мэтр, Маккуин. Вот такая вот машинка у нас. Оп. Вау. А это у нас где? А, нет, внизу. Отклеили. Ты там пока батончик достаешь. Ну, достань. Оп. И вот машинки наши. Сначала мы попробуем вот эту бутылочку. Попробуй, что там за... Попей. Вкусно? Это капука. Да, сейчас мы ее достанем. Вкусно? Дай маме попробовать, что это. У нас там виноградно-клубничный сок. Давайте достанем капсулу. Яблоко тоже напишем. А, ну может быть еще яблоко, да. Так, а вот нету. Яблоко нету. Мама. Пей капсулу. Молодец. Нам попался вот такой вот брелок с Маккуин. Потом давай покажи. Вот такая вот наклеечка. И еще вот здесь тоже наклеечка с Маккуин. А, нет, это татуировка. И это татуировка. Вот такая вот конфетка внутри. На, Альмочка, попробуй. Вкусно? Угу. А хочешь попробовать вот это вот? Да. Знаешь, что это такое? На, малышка, бери. Это кукурузные палочки. Да. И вкусно, и полезно, и сладенько. Вкусненько, да? Не могу. Ну, давай, мама откроет. Поможет, по крайней мере, вначале. Оп. 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 Оп.
Дальше сама. У нас вот такая вот бутылочка. Принцесс с яблоком, грушей. Сок тоже, я думаю. Что там у нас еще может? Давай мама выспится. Ну, то же самое, да. Просто с принцессами. Так. Капуку, капуку. Вау. У нас вот такие вот наклейки принцесс. Капуку, на, капуку. А вот капсула. Вот. Смотри, какие у нас принцессы. Потом, что у нас еще? У нас вот такая вот раскраска. Золушка. Положим ее к машинкам. И вот такое вот расписание тоже на неделю. Красиво. Сюда надо наклеивать тоже наклеечки. Вот эти вот. Вау. Вот это. А это нету, но есть замок. Вот он у нас, вот тут. В середине прям. Вот так красиво у нас получилось. Еще капки, капки. В этот раз нам попался чупа-чуп с Золушкой. Вот он. Да, здесь с Мэттером, а здесь с Золушкой. И давай попробуем вот этот вот сок теперь. Вкусненько? Какой лучше, этот или этот? Да. Ты чтоб точно убедиться пробуешь? Какой тебе больше нравится? Вот этот вот. А это вообще календарики больше нравятся. Давай достанем капсулу. Да. Вот надавём чупа-чупса. И вскроем. Да я попробую. Вкусно. Да. Но там мне нравится больше. По-моему, Альме тоже. Тяни капсулу. Оп. Это вот такой вот брелочек Белоснежки и татуировка Жасмин. Тут еще вот такая вот наклейка принцесса. Если вам понравилось наше видео, ставь лайк и подписывайся на нас. До новых встреч! Пока-пока!